одном месте счастье тебе устрою контрольную. Наконец-то контрольная. Ну где же ты? Я уже иду. Кто не хочет решать мою контрольную? Да решу я твою контрольную. Ладно, ладно, только успокойся. Мести стала хитрой. Ребята, я сегодня буду пранковать Мести. Но что-то буду делать не так. А вы должны будете написать, что я сделал не так, ребят. Опять крысы? Где этот кот Барсик? На шаурму его отдам. Его? Моего друга Барсика? Кто против шаурмы из Барсика, ставь лайкосик. Валеришка хитрый. Так, у нас она хочет первый сделать себе пирог. Это ее первый, да, пранк. Нам нужно найти мышек. Мести нам сказала, что у нее дома мышей развелось 3 ведра. А Барсик нифига не справляется. Слушай, надо Барсика спасать, а то она его точно на шаурму сдаст. Она хочет его захавать, нашего Барсика, а он в шкафу сидит и не знает. Так, вот мышеловка, давай бери сюда, бери. Я сразу сорочек положу и побежали вниз искать бери мышей. Бери, да бери. Смотри, бери. Она там идет на кухне. Ребята, я не знаю, я все делаю правильно, вообще все. Побежали искать мышей. А, вон сюда, в подвал искать. Побежали. Слышь, Олди, как она тебя не поймала? Вы видели? Меня мышки спасли, они отвлекли ее внимание, ребята. Она же секунду, она бы тебя схватила. Слушай, интересно, посмотрим. Меня нельзя схватить, я скользкий. Побежали. Кто напишет правильно все варианты правильно, что Балди сделать не так, попадет в наш следующий ролик. Я все сделаю так, не надо мне тут ничего баки забивать. Сейчас кладем мышей в духовку. Кстати, досмотри эту серию до конца, тебя ждет Балди, сюрприз. Балди, зачем тебе еще торт? Я хочу есть. Зачем она печет торт, если у нее уже есть торт? Значит, это торт мне лишний. Надо ее скормить в лицо. Балди, ты голодный, что ли? Не, Мести голодная. Сейчас мы ее на кумести. Балди, она побелела. Однако. Скажите на размер, он сейчас бил. Ребята, Мести куча торту во всех местах. Это очень удобно. Подожди, она уже идет. Смотрите, она подходит к мышам. Интересно, она заметит их или нет? Мышки, Фас, куси, куси ее. Балди. Мыша. Чего? Да ладно. Она Рэмбо. Обалдеть, откуда у нее пистолет? Где у нее торт делся? Что мы сделали не так? Я, кстати, знаю. И я знаю. А я не знаю ничего, я все сделал так. Балди двоечник. Надо еще попить коктейль. Ребята, портить Мести коктейль — это мое любимое занятие. Знаете, сколько испортили в школе коктейли? Знаете, сколько она после меня в туалет бегала? Так она хотя потом туалет занимает. Я это знаю очень классно, лучше всех. Смотрите, что надо сделать. Так, надо еще капканов понаставила, блин. Балди, только не попадись, пожалуйста. Давай бы я сам забрал. Так, куда ты идешь? Мне нужно сделать что-то. Короче, что-то ей надо добавить коктейль, чтобы она прокакалась отличненько. У нас тортики посидела. Я заранее в туалет схожу, потому что, на всякий случай, Мести сейчас побежит в туалет, потом мы будем там долго сидеть, а я не успею. Надо пока сходить. Так, ребята, нам нужно добавить яичек, причем тухлых обязательно, не каких-нибудь. А какие тухлые, которые всплывают или которые тонут? Не знаю вообще. Так. Это которые всплывают. Да, она там зарядку делает. Все, друзья, Мести, твой протеиновый коктейль готов. Туалет обеспечен, не волнуйся. Пока что Балди делает все как надо. А, вот еще есть горчица. Может быть, добавишь? Короче, я ей сейчас добавлю ей кетчупа. Еще и горчица. Горчица, майонез, сейчас еще корицу возьму, пойду. Она не идет. Еще и корица. Вон корица еще стоит на столе. Отлично. Вот супер туалетный коктейль, как Мести любит. Фу, Балди. Так, ну что, все готово? Мести. Вали. А, надо еще вот это. Соль, соль. Соль, отлично. Ой, фу, корица, соль. Балди, это жесть. Ну так это же туалетный коктейль, конечно, вы что думали? Так, друзья, Мести, иди, все готово. Пошло. Смотрите, она подходит уже коктейль. Эй, не заляпайся. Смотри, что она держит, трусы. Смотри, вон Балди стоит сзади. Девочка, играем. Так, она пьет коктейль. Ой, показалось. Да нет, ты что-то сделал не так, ребята. У меня просто живот. А что не так? О, да, контрольную все до 2 написали. Приходи, отпразднуем. Ну, раз дядя Жора любит червячков, сейчас мы ему так и сделаем, друзья. Нам нужно испортить фирменное блюдо Мести. Вот она что-то на кухне кулинарит. Смотри, она там... Кулинар? Да-да-да! Еще колбачка не хватает. Она уже закрутила своих там макарошек. И на волосы еще и колбачок. Так, куда ты идешь? Я иду, мне нужно с вами найти червяков. Самое сложное в этом уровне — найти живых червяков. Побежали. Ой, ты в капкан влез. А может, не живых?
личной жизни не фиолетово. Так. Где у нас могут водиться червяки? Ну, наверное, где-нибудь в саду, в огороде. Не знаю, они на столе стояли обычно. А, у Мисти они на столе стояли. Отлично. Мисти подготовилась к моему приходу и к дяде Жориному. Сейчас мы сделаем. Кстати, Диша, это червяки или гвозди? Вон, это уже Диша надо найти. Не знаю. Манна, ну, американцы, англичане, напишите нам. Червячки это. Ну ладно, пусть будут червячки. Так, сейчас нас сосед придет. Опа, насыпаем. Да, червячки или гвозди, не нету разницы. Гляньте, как они красиво легли. Надо прикрыть чем-то сверху, она же догадается. А, короче, это червяки, ребят, по-любому. Они... Потому что гвозди кривыми не бывают. Да, они даже согнуты. Не шевелятся, гвозди не шевелятся. А слушай, а давай пойдем там, где она будет сейчас ее кормить, чтобы посмотреть последнюю сцену. О, ребята, да, кстати, классный прикол. Если мы залезем на стол, мы можем смотреть, как она будет кормить нашего соседа милого. И мы сами... Тихо, она спускается, идет, балди, осторожно. И мы сами будем это кормить. Давайте, давайте. Так, идем скорее, посмотрим. Она уже нашла. Балди, Вера. Наш сосед еще не знает, что лежит вкусные червячки под томатным соусом вермишельки. Балди, ты бы сам ел это? Мне только говорить об этом уже тошно. Дзынь-дзынь. Все, он пришел. Тихо, осторожно, он уже заходит. Глазки, губки не накрасила. Смотрите, как прикольно мы стоим сзади. Он прям моего червяка захавал. Видели? Так, по-моему... Балди, бестолочь. Думал, не замечу. Почему не получилось у Балди? Не знаю, что червяки убежали, пока я гуляю. Тру-ля-ля, всех обманула. Пусть теперь догадывается. Так, у нас с вами сейчас непростая задача. Нам нужно ее найти книжку и подложить пауков. Ребята, пока будем пауки, на улице водятся? Нет, они... Балди, она бежит! У нее пауки! А ну, там. Нет, она не попадает! Ну, на лестнице она точно залазит. Прозрачных капканов понаделала, не попадает в них сама. Что за люди эти? Я же говорю, она хитрая стала. Даже капканы на нее не действуют сейчас. Я в школе ей 100 капканов поставила, она во все попала. Так, аккуратненько. Давай посмотрим в комнате. Так, давай. Побежали. Если умести этот таракан, если умести червячки в баночке в комнате, то паук тоже. Тоже найдется. Кстати, возможно, она паука и кормила этими червяками. Только перчатку одень, не забудь. Там какую же... перчатку? Вот эту синенькую. А, отлично, иначе паук может есть. Вот так вот цап-цап и все. Да. Смотри, она поднимается к тебе, чтобы... Где может быть паук? Давайте думать, друзья. Давайте. А в какой-то комнате? Нет, вы думайте лучше, вы же плохо думаете. Кидай в нее. На! Лёнь, ты прям попал в голову. Круто, я хотел ее постричь с расстояния, но не получилось. Ножницы не долетели. Слушай, она бежит за тобой, быстрее. Ой, ой, где паук? Паук, кис-кис-кис. Ух, она тебя потеряла. А, кис-кис-кис-балли. Так, вот он, вот он. В аквариуме живет. Ну да, он у нее дома Кеша, живет. Кеша, пошли. Нужен для дела. Есть важное дело. Нужно сделать этот обкапательный кран для Мисти. Иди сюда. Что? Подожди. Она, как это она тебе? А что видит? Она делает? Она это лицо протирает или стол? Она прогоняет злых духов. Я такой первый раз вижу. Она какой-то колдунство. А, тихо. Баун. Ай, ой, головочка. Я ее, короче, раз на слобика вернул к реальности прям. Она тебя чуть не поймала. Быстрее, Балди. К реальности ты ее. Так, ребята, в какую книжку нам нужно подложить паука? Ну, кидай, вот она сюда приходит. Все, она обычно читает здесь, положили. А, быстрее, она за тобой гонится. Мисти, садись, читай, хватит гоняться, книжка уже лежит. А кто тут у нас такой большой лузер? Напиши в комментариях. Ну, я, кстати, догадалась. Я тоже. Ой, сейчас как накуплю себе робоксиков. А может быть, зачитырить что-нибудь? Мисти играет в робоксы. Мы должны сделать так, чтобы она не потратила деньги на робоксы, а помогла этим щенятам, собачатам и детятам. Походу, она хочет тоже читером, да, 777 стать и задонатить всем. Или что-нибудь там начитырить. Давайте заберем у нее все денежки. Давайте, ребята, она хочет нужно... этот Хэллоуин, чтобы все купить. Нам нужно свистнуть кредитную карту. Лови дождик. Ой, не поймала, прям по животику. Я в голову кидала, она что-то на кофту попала. Ну ничего. Она какая-то беленькая. Кофту облизнет. Так, ребята, побежали, нам нужно найти кредитную карту. Где она лежит? У нее в комнате. Ты должен ее усыпить. Бери усыпительное. Пылесос, я ее пылесосом могу усыпить. Прям классно ей по башке дал. Нет, вот, насыпай пылесос. Так, пылесос. Насыпаем ей слабительного и снотворного, чтобы ей было веселее спать. Да, слабительного? Ну, Балди, ты как всегда. Все, смотри. Зачем тебе меня... клей? Ну, сейчас ее приклею к дивану, чтобы она не встала, когда буду ей с компьютера взламывать. А торт зачем? Ты клей на торт? Она что? Очень крепко спит. Сейчас ей прям... Вау, даже торт не берется. Это бери в
как тебе спится? Не какаешь там под себя, нет? Балди, давай быстрее, ты сейчас не успеешь. Так, ну, так какой пароль был? На горшке сидел король. Балди. Какой? Лун, пчела, паук, не знаю. Неправильно. Следующий пароль нужно вести через 3 секунды. Она уже да проснется. Блин, она же проснется, у меня больше снотворного нету. На, капкан поешь. Балди, аккуратно. Вау. Она тебя не видит? Как она меня обнимает? Не знаю, она тебя не ловит. Она меня целует? Где моя книга? Слушай, она тебя реально обнимает. Алло, вы с ней срослись, но провалин. Напиши, как ты думаешь, почему? Ну, Мисти, сейчас тебе устрою. Не забывайте, пишите в комментариях, кто напишет первый все правильные ответы в одном сообщении, попадет в следующий ролик. Не забывайте подписываться на наш новый канал Валеришка Family, где мы играем челленджи, Валеришка Макс, где играет наша собака в компьютерные игры. Не забывайте, солнышки, вы на самые лучшие. Вас очень любим. Всем пока-пока.